Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Приветствую новых подписчиков, постоянных зрителей. Итак, мы начинаем медитацию посыла любви. Немножечко инструкции и немножечко о канале. На канале много медитативных ритуалов. Кто участвует в этих ритуалах, с тем я работаю напрямую, тому высшие силы дополнительно помогают от меня. Если вы просто хотите присоединиться, посмотреть, помедитировать, вы можете быть сопричастными к этому ритуалу, медитативному ритуалу. Как всегда, напоминаю, те, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И также небольшая инструкция для медитации. О чем она? Медитативный ритуал направлен на исправление кармы. Мы будем любовью, скажем так, поглощать негатив и закрывать кармические задачи своей любовью, своим светом, освещать тьму вокруг себя, врагов, конфликты, посылать туда любовь. Если там человек в благости находится, и вы в благости, в любви, то ваша карма будет разрешена, развязана, разрулена. Как тьма рассеивается, так светом, так и ваша негативная карма также рассеивается. А если там неблагостное настроение и состояние, то карму не вам, что называется, отрабатывать. И также по инструкциям мы будем представлять человека, да, кому мы будем любовь посылать. Медитацию можно и нужно смотреть несколько раз, медитативный ритуал. Можно представлять разных людей, как только конфликтная ситуация идет. Вы сразу представляете, медитируете с этим человеком, посылаете любовь. И напоминаю по инструкции, по чакрам. То, что мы садимся в позу лотоса, выпрямляем спинку. Все чакры мы ощущаем со стороны спины, со стороны позвоночника. Обязательно голову тянем вверх. Не забываем дышать. Все остальное я буду говорить. Медитация случается. Доверяйте процессу. Или само придет, или будете представлять, так или иначе все увидите, все поймете. Итак, начнем. Вы закрываете глаза. Мы не забываем дышать. Упрямляем спинку, садимся в позу лотоса. Можно сидеть на стуле. Можно ножки где-то там внизу скрестить. Просто сидеть на стуле. Главное, чтобы спинка была прямая. Мы дышим спокойно, ровно, вдох. Выдох. Настраиваемся. Немножечко сейчас и от земли возьмем энергии, и от солнца. Давайте мы начнем дышать. Дышим через первую чакру, Муладхару. И доводим дыханием и чувствованием наполнение энергии. Доводим это дыхание, как бы ведем ядро энергии до головы, до чакры Сахасрараджна. И выдыхаем. Спокойно выдыхаем. Энергия наполняется. Еще раз вдох. Мы наполняемся энергией. Выпрямляем спинку. Чувствуем голову, чувствуем затылок, чувствуем позвоночник. Чувствуем лоб, там, где должен быть третий глаз. Выдох.
для того, чтобы наполниться светом, для того, чтобы этот свет, эту любовь отдавать, надо быть самим наполненным светом. Не забываем дышать. Всевышний, приди в свой храм. Это твое тело. Мы лишь посредники. Приди и наполни нас любовью. Имя. Наполни нас любовью, которую мы сможем отдать всем тем людям, кто рядом с нами, позади нас, враг или друг. Наполни нас светом своим неприкосновенным, чтобы этот свет шел из сердца, чтобы мы могли послать его тому человеку, с кем находимся в конфликте. И прямо сейчас над нами светит солнышко. Это энергетический шар над головой. И оттуда исходит луч. Луч идет в голову, идет в сердце, идет в живот, через живот. Не забываем дышать, вдох, выдох. Всевышний, приди, наполни нас любовью для того, чтобы мы могли быть наполнены ею и могли отдавать эту любовь, эту энергию своим друзьям, своим родственникам, детям, родителям. Чтобы мы этой любовью поглотили весь негатив и светом осветили. И я посылаю эту любовь, вы повторяете это, я посылаю эту любовь тебе, и вы видите перед собой конфликтного человека, того человека, с кем у вас конфликт, врага, кого надо было простить, отпустить, с кем у вас кармический узел, и говорите ему: я посылаю тебе эту любовь. Я благодарю тебя за то, что ты принял мой дар, то, что надо было забрать у меня, ты забрал. Если бы ты не забрал, я бы не знаю, куда бы я этот дар отдала. Когда они принимают дары, человеку обидно. Но благодаря тебе, о человек, этот дар я смогла отдать. То, что ты у меня забрал, я дарю тебе. Я посылаю тебе любовь. Я желаю тебе только счастья. Всемирного, безграничного. Я желаю тебе быть таким же любящим, любящей. Желаю тебе быть в любви. Желаю тебе жить в любви, в гармонии, в достатке, в благополучии. Ведь отдав тебе этот дар и пожелав тебе блага, и пожелав тебе любви, и послав тебе любви, мне Всевышний даст больше. Бог дал, Бог взял. Это как одежда. Когда мы вырастаем из нее, отдаем тем, кто будет ее носить. Я даю тебе эту любовь, даю тебе этот дар. И благодарю тебя за этот урок. Я принимаю этот урок. Этот урок был о том, чтобы я больше любил, любила. Ты меня сделал, сделала лучше. Я принимаю. И благодаря этому Всевышний мне дает новую одежду. Белую, светлую, одежду любви. С белыми большими крыльями. Всевышний, я принимаю твои дары. Имя. Я принимаю твои дары, принимаю и благодарю. И я посылаю дары любви. Через меня проходит твой свет, Всевышний. Имя.
И я посылаю эти дары любви и желаю любви своему врагу, оппоненту. И я смотрю в его глаза и вижу, что он такой же, как я, такая же, как я. Я вижу, почему он так поступил, поступила. Я понимаю, почему так произошло. Возможно, в своих эгоистичных намерениях я бы тоже так же сделала. Но я принимаю. Там, где есть эгоизм, там нету любви. Наполни меня Всевышней любовью. Имя. Наполни меня и даруй мне новую одежду. Даруй мне доверие к жизни. Я посылаю эту любовь. Тебе, о человек, спереди ли ты, сзади, далеко ли, близко, вокруг меня. И эта любовь убирает всю темноту в твоем сердце и в моем сердце. Я посылаю тебе любовь. Ты имеешь право на счастье. И я имею право на новое счастье. Раз Всевышний забрал у меня через тебя то, что у меня было, значит, даст новое. Я посылаю тебе свою любовь. Я посылаю тебе свою любовь ради того, чтобы у всех на земле было благополучие. И тень не рассеивается моим внутренним светом любви. Все эти порчи и негативы, которые приходят в мою жизнь, они растворяются. Всевышний помогает мне любить. И все это убирать. Любые препятствия в жизни я встречаю с любовью. И внутренний свет озаряет их, внутренний свет любви, и рассеивает. Рассеивает этот кармический узел. Свет любви рассеивает и растворяет. И мы перестаем отрабатывать эту карму. Все уже оплачено. Мы лишь просим Всевышнего. Всевышний, помоги нам развязать, растворить своей любовью эти кармические узлы. Имя. Помоги мне, имя, и помоги имя оппонента развязать нам этот кармический узел. Я посылаю любовь этому человеку. Я люблю его искренне, всем сердцем. Пусть он будет счастлив, она будет счастлива. Пусть этот человек поймет, что все было сделано из любви, с твоей любовью. Пусть этот человек тоже поймет и осознает, что мы учили друг друга таким образом любить, что мы исправляли друг друга таким образом. И благодаря этой медитации я принимаю любовь, осознаю ее и дарю. И эта любовь остается с вами, в вашей душе, в вашем организме. И любой конфликт, который будет в будущем, вы просто вспомните это ощущение, пусть оно остается с вами навсегда, вы просто из себя его достанете. Вспомните это ощущение новых белых одежд, крыльев за спиной, который вам даровал Всевышний. И вы с улыбкой встречаете, с любовью в глазах встречаете своих близких, друзей, родных и посылаете им любовь. Враг ли ты, друг ли ты, я посылаю тебе любовь. Любовь из своего сердца. Прямо сейчас ощущаете поток любви, который теплой волной движется из чакры анахаты, из чакры сердечной. Тому человеку, кто у вас в конфликте, я посылаю тебе любовь. Я благодарю тебя. Если вы еще не успели простить,
не были на медитации прощения, вы говорите: «Я прощаю тебя и отпускаю, и благодарю, и люблю, люблю как человека, который сделал меня лучше, люблю как человека, который помог мне подняться, вырасти, люблю как человека, благодаря которому Бог мне даровал больше, лучше, благодаря которому Бог мне даровал развитие. Я принимаю все твои обиды и претензии. Они учат меня, что я должен или должна быть лучше, быть в любви, быть любящим человеком. Свет моей любви озаряет этот мир. Я ко всем отношусь с любовью. Внутренний свет любви ведет меня. Все, что мне дал Всевышний, имя, я принимаю и благодарю. Тот свет, который пришел от солнышка и сквозь вас продышался, и вышел из сердца тому человеку, что напротив вас был в конфликте, озарил и стер между вами кармические привязки, кармические узлы и освободил вас. Побудьте немного в этом состоянии, ощутите его. Мы медленно открываем глазки, благодарим Всевышнего за то, что Он позволил нам ощутить свет любви. Благодарим Всевышнего. Благодарю. Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты даешь возможность любить. Даешь возможность находить в себе силы, любить себя, любить других людей. Я благодарю и доверяю. Я доверяю, что что-то будет лучше, значит. Аминь. Итак, мы завершаем наш ритуал. Все те, кто записывался на ритуал, им высшие силы дополнительно будут от меня помогать. Напоминаю, можно несколько раз медитировать. Как только конфликт или как только обида возникает какая-то с человеком, как только вы понимаете, раз конфликт, значит, надо отрабатывать этот кармический узел и развязывать его. Вернее, он должен быть уже отработан. В том-то и дело, что вы его постоянно отрабатываете, чтобы уже перестать, да, платить за это своей кармой. Просто мы ее развязываем и уходим в свет, в любовь. И дай Боже, чтобы там у человека тоже все было хорошо, иначе если там будет неблагостное состояние души, нелюбящее, то карма будет он отрабатывать, этот кармический узел свалится полностью на него. Но мы этого не хотим, мы все делаем из благих намерений. Поэтому пусть у всех все будет хорошо, все будут в любви. Я благодарю вас. Благодарю за этот эфир. Не забывайте поставить лайк. В комментариях пишите «принимаю с благодарностью». Поставить колокольчик, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И я жду вас на следующих ритуалах или на личных консультациях. Всем любви, всем живым существам. Пока-пока.